часть. Как и ты. Они все думают, что это только первый день. Они хотели не так этого. Лучше. Память — это не только дар, но и проклятие. Да ты философ. Пытаешься забыть что-то конкретное? Ты бы знал. Так, всем еще раз привет. Меня зовут Денис, вы на канале Фред Дэвис Плей. Произошел опять конфуз. Снова к этому игроку мы зашли. Снова что? Правильно, игра зависла. Какого хрена, я не знаю. Именно вот в тот момент, когда именно присел. Присел, игра зависла. Полный пиздец. Полный пиздец. Какого хрена, я не знаю. Получается, если ты скрываешься, игра виснет. Только я не пойму, в чем прикол. Столько всего попроходил. Короче, жопа, честное слово. А что такое, что у меня Е? Ломай, хватит. Тут некуда, да, пройти? Нет. О! Что такое? Что у меня Е все время? Блин. Это ж обидно, да? Да я не про это, дура. Я вообще про все. Я думал, он один. Джоана вышла на хата, блять, Джоана. Так. Я знаю, что ты здесь. Остался только ты, Джулиана. Остался только ты, Джулиана. Остался только ты. Ой, блядь. Взломай тянь. Да. Я наебнулся чуть-чуть. Где ты? Сука, говно. О! А, это выход. Пошла нахуй. Заебись. Каким образом? Сушваля, там столько, наверное, интересного. О, прикольно. Там, наверное, столько интересного было. Съебать, как быстро. Тогда я понимаю способ быстрого уничтожения. Бля, чё он так далеко, я не пойму. А, это ж он там, где... Ну да. Там, где его квартирка. Так. Прикол в том, что можно вот так вот сделать и все, и не париться. Один пулька, меньше геморроя. Взламывай, то жди, пока его взломается что-то. Что? Что? Ничего. Ладно, ладно. Блять, пил нахуй. Пил, блять, сдох. Газбука Морзе. Так, там... А? Там, получается, чувак... А, тут же еще двое. Бутылка. Бросить. Стыло. Стыло? Да ебать! Застрелите его. Все нормально, все нормально, все хорошо. Получается, там чувак, этого не было, вот этого не было, мины не было. Я в прошлый раз там ходил, там ничего не было. Откуда вот там мина? Ничего себе, это за Джулиану, да, столько всего, ни хрена себе. А это что такое?
Я даже не знаю. А ну, если вот так. Ух, ебать, его вдрысло. Я лучше так. Слишком громко. Ничего. Все нормально. Ебать. Полетели. 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 Оп, съебались. Библиотека. Нахуя убал, бобы. Все. Хорош. Хорош. Ебать. Сколько их там? Чего? Нихуя себе там, блядь. Вы чего, блядь? Кому кажется? Правильно! Ебать, да ладно, я один раз выстрелил с ним. Дума сходите. Дума. С ума. What the fuck? What the fuck? Или они все. А это шо? Где он делся? А, тьфу, я думал. Горючее. Патрон. Говорят, каждый день. Проживаешь одинаково, а хрен там. Или типа один и тот же день, сколько раз проживаешь. А вот хуй. Потому что каждый раз получается, то есть там пистолет на том месте, то нету, то еще что-то. Бля, где эта груда мусора? Где она, бля? А вот. То бывает. Где-то еще что-то есть. То бывает там лечилка. То не бывает. Короче, что такое? Между прочим, это обидно. И они, походу, отсюда все сбежали. Так, короче, это все долго. А что оно даст? Я прогрешаю все. А толку? Да откройся, бляха-муха. О. Какая моя любимая. Да, это придется послушать. Что-то они там стряпают. Подбирает. Я же взяла все для всех. Стройматериалы, оружие, фрукты всякие. У меня есть все для разгона и расслабона. Колесики, конфетки, порошочки и гербарий. Все, что надо под любой запрос. Радужный рок изобилия для тонкой настройки чувств. Для творчества и любви. Нравится ли мне быть в центре внимания? О, центр внимания — это всегда самый-самый центр мира, конечно. Иногда мир смотрит на тебя, иногда он даже видит. Но обычно он слеп, как крот. Ой, конечно, обязательно исправлю, все-все-все исправлю. Два кабеля, один, второй идет. Открыть, естественно, не могу. Там что-то горит. Ну и хер с ним, пусть там горит. Пусть там нахрен все сгорит. Мне туда надо. Где-то что-то есть тут. Где-то. Ага, вот. Сейчас не надо.
А когда кабель? Вот еще один кабель идет. О, сколько тут всего. Ля, нихера себе тут разбросано. А че тут так все разбросано? Идет. И вот сюда придет. Окей, что нам это даст? Ой, мне что нужно взять что-то? Это дробовик, да? А мне что-то... Ага. Нет, ладно, не будем ничего брать. Патроны, патроны. Нихуя. О, тут записка. Я читал. Так, а как войти? Ладно. Блин, если сейчас опять заглючит, я не знаю. Надо именно прорываться, идти вперед, именно раз... расхренячивать там всех и все. Так, там я ходил, мне не понравилось, я упал. Дверь открыть. Сюда нельзя, надо открыть. Эй, я. Нет, подожди. Вот так. Че я вечно пуки-пукаю? Кнопки пугаю, ёпта. Откидывайся. О, чувак. Все, годится. Раздвигайте, годится. Так, а там... Опа. Ой, да что такое, блин? Раз. И там... Индвас. Раз-двас. Не понял. Раз-двас. Ебать, не попадаю. Раз-двас. О. Блять, сдохни, ёпта. Убей всех, а потом еще, конечно, обязательно. На! Чё ты, бля, я думал, несколько раз. Ладно, все по-тихому. Режим стелс. Так, тут, блин, приседать, походу, вообще нельзя. Этого не было! Ебать, этого не было. В предыдущий раз, когда меня вылетело, этого не было. Я нормально там пробежал, вообще ни хрена не задело. Блин, не, так не пойдет, жизни маловато. Мне нужно это самое. Аптечка где-то. Тут где-то, я помню, стояла. Это зарядная херотень, где она? Вот тут где-то. Что тут у нас валяется? Заберем. Забьем, ничего не оставим. Или здесь, или на втором этаже. На втором, наверное, да? Да, на втором. На втором с левой стороны. О, тут, кстати, был автомат когда-то. Не буду привлекать внимание. Где-то вот тут она была. Не понял. Не понял. Держи, меняется. Ни хрена она не остается на одном и том же месте. Он постоянно меняется. Ну чё за фигня?
Алло, ёпта. Может, я что-то не вижу? Может, я ослеп? Где хотя бы просто аптечки? Потому что у меня вообще не варик без аптечки туда суваться. Ля, пусто. Совсем пусто. Настолько пусто, пусто, что пустее просто быть не может. Может, тут, тут внизу должен быть еще, нет? Так, тут мы заходили. Тут мы вот так вот проходили, там так, тьфу, выпали и пошли дальше. Это понятно. Тут мы зашли, это самое, пошли ниже. Ну вообще капец. Ну как так, а? Тихонько, блядь. Никакого контакта. Пошел ты в жопу. У меня другие планы. Ля. Ля. Была же на втором этаже. Была. Точно помню. Оп-оп-оп-оп. Ладно. Хуй с тобой. Нет, так и нет. Ну, не жадничай. И не зиди. Могу пожадничать. Я не убьюсь? А, нет. Башка. О, я помню, я помню. Я помню, вот там вот валяются аптечки. На этом самом. Вот там вот. Вон он там вот. Вот, вот вон они. Вон они, вон они. Хуяк. Визуальный контакт, блядь. Ну и ладно. Да, только дай мне повод. Только дай. Только дай мне повод, блядь. Где ты, сука, есть? Обещали бесконечное веселье, а тут холод собачий. Лёдчик. Нахуй ты пиздишь, блядь? Нужно тихо. Он пиздит. Не понял, что там такое? Достаю. Мне и так прекрасно. О, надеться, все, можно идти. Тихонько. Аккуратненько. Сука, не выдержал. Так. Без шуток. Шел нахуй. Замолчи, блядь. Не разговаривай вообще. Смотрим по сторонам. А то что там, тут я не пойму, взорвалось, блядь. Не было нихера. Ну, ебало, блядь. Окей. Ать. Да ладно. Аптечка. Вот это бомба, мина. Видишь, слышишь? Куда смотреть-то? На эту черную тень. Ни к чему. Это пикает. Не видишь? А, это че, слепая? И че, ух, ебать, нет, туда мне нельзя. Ясно. А если... Вот, конечно. Сюда. Хватит мне патронов. Тихонько. Так мне сказал тут ведь. Ого. Курить видно. Курение убивает. А здесь? А, здесь наверх нет. Вау! Вот это да! Там троих, походу, было. Замешано в этом преступлении. Там справа еще. Ничего нету? Нет, ничего, никого не упало. Так, все, не буду приседать. Может, блядь, от того, что я приседаю, глючит.
Ну чё, врываться, блядь, и расстреливать? Ну а что делать? Ебать ты, сука. Громкий, блядь. Закрыть нельзя тебя. Там я не допрыгну, там я не допрыгну. А у меня есть одна жизнь. Чё ты орёшь, блядь, идиот? Которая я... А, я там бегал. И там тупик, и никуда не дойду. Короче, есть только один варик, что именно пройти надо. Надо именно пройти. Ать. Ать. Там я не допрыгну, правильно? Не, ну это нереально. Там я не запрыгну. Тут я запрыгну. И все, туда я не запрыгну. Просто так впадлу проходить это все постоянно, по 10 тысяч раз, блядь. Одно и то же, нахуй. Ну реально задал будет. Нет, туда я точно не допрыгну, слишком далеко. К тому же я походу разобьюсь сегодня. Хотя я не знаю, ну тут я могу забраться. Да, тут а вот в отверстие тут можно забраться. А... Не, нахуй. Так, вот так, ну я лазил, меня заглючило, выкинуло. Там я тоже заходил, сразу вправо уходил, и меня опять заглючило и выкинуло. Либо реально заходить с боем и голову не морочить, либо я не знаю. Так. Тут у нас ничего нет. Ладно. Короче, пиздец, опять завис он. Опять выкинуло. Сейчас охуею, если опять сейчас выкинул. Он скрывается во тьме. И осторожно. Да нахуй ты, блядь, сука, тупая мышка, блядь. Нахуй ты перекручиваешь. Ебанашка, блядь. Сука, припизденная, нахуй, мышка, блядь. Конечно, блядь, вернулся, нахуй. Ты иди нахуй, блядь. Заебали. Правильно! Не держи! Нахуй. О, блядь, толпа. Иди нахуй. Ну, забери уже это. Неужели? Один нахуй. Еще один. Еще кто-то есть. Иди нахуй. Бесите, сука. Три раза подряд, блин, глючило. Три раза проходить с одной и то же, блин. Заебало, блин, честно. Аж бесит, блин. Где вас, сука, есть, нахуй, а? Блядь, порешаем, нахуй, немножко вас. Это шо такое? Интервент в локации, базовый комплекс. Брешь в обороне! Базовый комплекс, блядь. Укалывайся, нахуй. Блядь, чуть, сука, не пролетел, нахуй. Так. Хилка. Забираем. Так, вроде глюк прошел. Пошли дальше. Давай. Взломан говно это ебаное. Мышка тупая, блядь. Глючит. Ну, давай. Что? Капитан, убивать мастер Чарли. Тубит написал в командной строке не делать этого. Черт, он все помнит. Тубит уже это сказать. Мастер Чарли сделал Тубит биопроцессор для умного хранения данных. Ну да.
Ну. Не понял. Что он мешает? Так а шо, я не понял, алё, блядь. Список шота написано. Из местной команды. Исчерпан. Ты охуел, блядь. Носи. Шик. О, а что тут? За мной. Я такой-то. Я такой-то. Хватит дурака валять. Я тебе все-таки череп вскрываю. Наркоша. Как можно жить без чувства юмора? Ты попросил удалить из твоего мозга часть, отвечающую за эмпатию. Мне нужны гарантии. Ладно. Короче, я Чарли Монтекю. Находясь в здравом уме и твердой памяти. Находясь в здравом уме и твердой памяти. Осознаю риски, сопряженные с планируемой процедурой. Да ты охуел, блядь. Чего вы такие, сука, мощные, блядь, а? Сейчас сдохну, блядь. Сдохни, нахуй. Сдохни, блядь. Кто еще? Кого, сука? Сучий потрох. Где жизнь? Так, тут у нас комнатка должна быть его же. О, это не слышал. Появляется, я же. Настоящая наука. Я ценю твою систему миником. Я так поражена ее работой. Мне приехали и заблокировали. Хорошо, все так. Там понятно, да, хорошо, окей. Тут пройти нельзя. Ладно, так, хорошо. Здесь вот это берем, вот так вот. Пиу. Пиу. А ты? Ах ты не умеешь. Хе-хе-хе. Бутылку. Пиу. Не попал. Ну еще разок. Пиу. Блять. Еще разок. Пиу. О, та сработала. Бутылки кончились. Пиу. Тихо. А он тут выбегает, да? Хе, тут я оставлю. Чисто по приколу, поражем. Так, нет, вот это. Ну, ёбар террорист, сука. Так, так, так. Не понял, а где? А, он здесь, в своей комнате. На. Так это, о, а если вот так вот сделаю? И нихуя. Не побежал, да? Не побежал. А он там один? Может, он там не один? Не, может, реально он там не один? Все, побежал? Не побежал. Че он не бежит? В прошлый раз он как побежал, как помчался. Хуй его догонишь, блядь. Да тихо, не приседай, ну его нахуй, ты еще заглючишь. О, письменок будет. Потом почитаем. Мне надо закончить его. Ладно, начинается. На утреннем собрании они смеялись. Оп, понятно. А значит, и надо мной. Говорят, у тебя уморительный голос. Как было больно. Как было больно, сука. Где? Чарли Монтегю. Чарли Монтегю. Вот отличная игра. Личная игра. Еще? А это что? Браво. Твой
это был? Бесценных знаний. Не понял. Ерва раскроет тебе величайший, вон тот черт ползает. Сука. Да. 467 лет тому назад мы с сестрами проникли. Он вышел на этот остров тут через трещины в стекле реальности. Козел. Чарли! Я иду искать! Ты шо, блядь, перемещайся на... Достойно. Не приказывай мне, я личность! Еще разочек. Еще разок. Самое важное, расскажи про мастерскую автомат. Все, ладите. И скажи про проект реставрации Чарли Монтегю. Про спектр реновации. Сдох, блядь. Мастер Чарли сдох, нам. Ничего. Перемещение. А, блядь, наконец-таки, сука. Три раза, блядь, три раза, сучий потрох. Теперь бы не обосраться. О, еще одно. Нихуахуа. Что, еще одно? Тогда... Нет, тут это полезнее, чем перемещение. Вообще не вижу смысла туда. Ты шо? Вот этот дробаш. Получавший урон, противники замедляются и становятся легкой мишенью. Понятно. А ну, а если для того чувака сбегаем? Слышишь ты, говно вонючее. Побездим? Сука. Говно. Ладно. Дробаш. Давай дробаш возьмем. Золотая рыбка. Это быстрое перемещение, да, а то... Нет, вот эти две лучше способности, чем эта херня. Так, теперь мне надо выйти отсюда, сука, и не заглючить. Во-первых. Во-вторых, что у нас тут? Забрать смешанное вечер. А я забрал? Что забрать? Смещение. А зачем? Мне нужно смещение именно? Вначале, ну, хорошо, смещение, отлично. А смысл на это смещение, блядь? Ну ладно. Может понравится. Но это очень такая, ничего так. Вот это, ну ладно, давай. Херен с вами, забрали. Все. Отлично. Смещаемся. Вау, слушай, что-то оно далеко как-то. Раньше ближе было. Так, мне надо наверх опять. Что-то там у него осталось. Что? Бежище Чарли. Хорошо, окей. Что тут может быть? Ни к чему. Оставшегося. Да понятно. Все это воспроизводилось. Любит тебя. Ты такой крутой. Так. Потому что ты мой гарант продуктивного дня. Вот тут какие-то защиты системы. Вот это мне надо. Киоск. Тубит. Впечатывает эту сумму. Это понятно. Вот это мне надо. Код защиты. Где? Мастер Чарли. Это понятно. Не понял. Это в подвале. Внизу? Внизу, в подвале, здесь. О, великолепно. Гуд. Блять. Я чуть не сдох, сука. Охуенно. Ебать, открыть. Съебались отсюда, нахуй. Не понял. Да встань, ёпты. Бля, не хочу этого заходить, ну его нахуй. Опять заглючу сейчас. Будет потом мне мастер Чарли и все остальное. Нахуй. Так, выход где? Алло. Выход не клацните. Мне надо выйти. Я этого замочил. А выход где? А?
Это, в принципе, помню, где выход. Так, это тут. Сюда. А, нахуя мне? Погоди, оп-оп. Я, все, все, все. Есть контакт. Так, там не сюда. Сюда, сюда, сюда. Бля, сейф тоже не то куда. Да что такое? Нахуй, мне и так дохуя, наверное. Сюда, вот, да, сюда. 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 Ага, и там вот, вот там, вот там, вот там, вот там мой выход. А, еще можешь вот тут. О. Тихо, не убийца бы, блядь. Ой. Подожди. Ага, вот тут вот. О. Вот. У меня все мосты сожжены, терять стало нечего. Фу, блядь. Надеюсь, не заглючу сейчас. Все, все. Трындец, три раза хлючило. Сука, на одном и том же месте, это жопа. Да ладно, что я столько насобирал? Предыдущий раз я столько собирал, Джулиан увалил. Ай, по итогу отсосали все на свете. Так. Окей. Сейчас забежим, сделаем тут самое, все самое неинтересное. Сюда, сюда. Где тут гробовик? Сюда, сюда. Да на шо? Если мы уровень противника замедляет начальное восстановление его здоровья. Это что? Заметно увеличивает дальность прицеливания стрельбы. Прицеливание стрельбы. Это, наверное. О, тут есть такие даже. Кучин сыскренно начальство. Пу. Ну, давай вот это. Да, это что? Враг получает урон и замедляется терять. И значительно теряет энергию, когда... Давай вот это. Скорость перезарядки. О, вот это отлично, увеличивается. Шикардос. 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 Жалко, нельзя сакиру улучшать. Когда? Когда дадут? Улучшалку сюда. Жалко, гранату нельзя улучшить. Так, заходим сюда. Слитки 15, у меня всего 15, а что дает? Стоимость насыщения, ну окей, насыщу я. А что даст он мне? Давай вот это насытим, к примеру. Улучшить, улучшил, выбрать улучшение, выбрал, нету, бывает. Улучшить, поддерживаю, насытить. А есть у меня 15? У каждого слитка есть 4 улучшения. Повторное отменение. Не понял. Повторно отнимите слиток от соответствующего идеолога или же, чтобы получить улучшение. Понятно, понятно. Когда получается, если я отниму, я получу какое-то улучшение. Заебись. Если я только что 15 просрал, просто так. Ладно. Ничего, просто так. На будущее. Дико извиняюсь. Я знаю, у вас уши там лопнули. А нету там такого типа улучшения здоровья на миллион? Нет? Или там вы не уязвимы для всех. Вы еще быстрее восстановите здоровье
и прямо молодеете. Это установите больше вообще другого. Так, присел на корточки, изображая опасность. Шо краба убийцу, понятно. Супер быстрое перемещение нельзя было это назвать. Тусовщик. Еще быстрее улучшить. Да, ну, блять, смысл. Ладно, так, улучшение, прыжок, а это что? А, вы больше получаете это все. Все? Или башкой киваешь, как собака на машине на торпеде. Так, ты. Выделяем тебя. Так, защитный код, если мне позволяет мне управлять герметизацией и охлаждением. Это там, которая была реактор, да? А, нет, это которая делится на 10, понятно. Может, все-таки я смогу, блин. Может, в этот раз будет получиться. Тут ядро найти. Киоск нет. Я не эксперт, но... Стоп. Конечно, я эксперт. Кот, который... А, это я нашел. Все. Поехали. Короче, я на этом, наверное, буду заканчивать, потому что из того материала, который у меня есть, ну и так довольно-таки уже длинное видео получится, наверное. Ну... Не-не-не, двигайся. Ебать, я думал, опять заглючило. Чуешь силу на кончиках пальцев? Тебе хорошо, лихорадочно? Неудачное слово. Да? Какое лучше? Это странное чувство, смутно знакомое, типа кайф. На этом острове все кайф, в этом и фишка. Кайф. Тогда почему я так хотел сбежать? Не знаю, ты говорил, но я из-за выстрелов не расслышала. Ладно, не расслышал, и хер с тобой, в следующий раз расслышишь. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, не забывайте подписываться на канал, не забывайте. И лайки тоже ставите. Все, всем счастливо, всем пока, увидимся. Надеюсь, в следующий раз не заглючит. Ну, это я очень сильно надеюсь, но вряд ли, походу. Все, всем пока. We'll be right back.